Так вот, почему, вернемся давайте к этому разговору про 10 миллионов, почему вы считаете, что это вот отмывка денег, что, этого, что нету этого, так сказать, объема, его действительно нету? Или просто, ну, как бы удорожание было, знаете, как? Нет, это, видите, в этих планах, которые приватизации, там была заложена эта сумма, что вклад должен быть за, ну, за несколько лет, должен быть вклад 10 миллионов. Вот они собирали по-разному, да. Поэтому вот эта цифра 10 миллионов так стоит. Но к зданию там это не вложено. А куда это вложено? Вот куда это вложено? Ну, там есть, конечно, прилегающая территория, которая тоже требует, но она не требует такого огромного количества инвестиций. Даже со всеми ландшафтными дизайнами. Там абсолютно в этих зонах ничего не вложено. Больше. Там, ну, уже, знаете, все мы знаем, что там часть поликлиники-то сгорела, сгорела еще до войны с таким историческим аппаратурой, да. И там никакой инфраструктуры, ни один сантим не вложен. Абсолютно. Больше. И, может быть, даже слава богу, что это сейчас этого, ну, владельца больше нету. Потому что начали вывести из Темери вот эти дюны, да, дюнс, да. Грязи. Грязи, да. Это категорически должно быть запрещено. Потому что эти грязи, да, которые для лечения, да, идет, после использования они везутся обратно, и они снова обогащаются. А если мы это все вывезем, это как наше черное зело. Да, водороду некуда будет цепляться. И больше некуда. И поэтому это, ну, это вообще это бандитизм, больше ничего я могу сказать.